Сегодня я хочу вам показать свою и Мишину акробатику. Но это будет такое тестовое видео. Я подробно не разбирал каждый элемент, потому что я не знаю, интересно вам это или нет, зайдет это видео или нет. И я решил, что пока что подробно разбирать, какой элемент, сколько стоит и тому подобное, не стал. У меня есть, правда, заранее за щелчки. Увы, так получилось. Пока проблему решить не могу. И давайте посмотрим, если вам будет интересен подробный разбор, вы уже напишите комментарий, зашло вам, не зашло. И продолжаем ли мы такой разбор как снарядов, так и элементов, либо же мы снимаем что-то другое. Итак, начинаем с разминки арабская. Вперед. Милан решил за мной повторить. Яна разминает акробатику назад. Михаил тоже по-своему размялся. Ну и затем мы начинаем акробатику вперед. С различных элементов. Бланш вперед. И винты вперед. Также будут двойные вперед. Давайте посмотрим. Полтора винта вперед. Два винта вперед. Сейчас мы, кстати, начнем с Михаилом делать связку. Что значит связка, увидите позже. Это что-то типа того, что сделал сейчас Михаил. Два винта в бланш. У меня и у Михаила получилось сделать. Затем переходим к более сложным. Два винта в полтора винта. Давайте посмотрим замедленно. Два винта, встречай землю и полтора винта. Довольно неплохо справился. Михаил чуть хуже справился, встал на коленки. Решил зайти на новый элемент. Два винта в два с половиной. Но немножко не удалось. Кинул Мише вызов. Давайте посмотрим в замедленном. Два винта. Два с половиной винта. Но тут немножко не докрутил. Ни по сальтам, ни по винтам. У Михаила достойно ответить не получилось. Затем я перешел на двойные вперед с двух винтов. У Михаила, так как у него не получалось, перешел на чуть легкий элемент. Тут меня уже разорвало из-за того, что был неправильный переход с двух винтов. Смотрите внимательно. И у меня оторвалась рука от коленки, соответственно, двойной выкрутить нормально не получилось. У Михаила тут даже два винта не получилось сделать. Но все-таки мне удалось встать два винта в двойной. Это, кстати, два элемента группы D и плюс надбавка в 0,2. За эту связку я получу ровно 1 балл. Вот Михаил начал дальше делать сложные элементы. Как и я, 2,5 винта вперед. Это элемент группы Е. Только тут Михаила спасла подушка. Делаем. Михаил перешел на двойные вперед. А я решил попробовать 3 винта. Элемент группы F. Я один раз вставал, но сегодня не удалось. У Михаила двойное с поворотом. Давайте посмотрим замедленно. Двойное и в конце половинка. Довольно легко смотрится. Тоже попробуйте. Я тоже начал двойные вперед. Михаил сделал два угла, но попал ногами в дырку. Как и я здесь попал ногами в дырку, и поэтому упал. Дальше мы начинаем акробатику назад. По-своему разминаемся. Михаил сейчас будет делать двойные, а я буду делать винты. Поэтому немножко разные разминки. Так, чтобы делать более сложные элементы, Михаилу пришлось сделать двойной рва. Но я пока делаю два винта. Посмотрим. Вот теперь лунная от Михаила. Давайте посмотрим замедленно. Двойное. С винтом в конце. Тоже довольно просто. Кажется. Я размял 2,5 винта. Это будет связка. Михаил сделал 2,5 винта. Решил тут убить мою камеру. Вот я сделал тоже связку. Михаил делает подводящее для 2 с двумя. Но немножко не докрутил. Видите, полтора винта, сальто вперед. Затем просто делать с половинка в конце. Итак, я начал делать связку. 2,5 винта, полтора винта. Михаил перешел на винты, на ту же самую связку. Решил сделать другой, новый элемент. 2,5 винта в 2,5 винта. Но надо немножко подкачать ноги, чтобы
был лучший толчок, и мне хватало крутки, чтобы выкрутить винты. Тут, видите, я чуть даже не ударился головой о дорожку. У Михаила тут, увы, не получается. Снова захожу на этот элемент, но не докручиваю. Михаил пока не может сделать эту связку, но раньше он ее, кстати, делал довольно хорошо. Третья попытка, заключительная, я перехожу дальше. Как и Михаил. Вот, Михаилу удалось встать 3 винта, немножко грязновато, коснулся рукой, но встал. У меня 3 винта получились в отскок. Снова попытка Михаила, неудачно. Давайте посмотрим. Немножко отход, завалившийся плечами назад, поэтому не удается ему встать. Но у меня техника чуть была в данный момент получше, поэтому смотрим замедленным. У меня получается встать эти 3 винта. Так как я остановил плечи и отошел наверх, а Михаил немножко их сваливает. Ну и затем я перешел на лунное. В замедленном видно, что Михаил делал, не бравшись за ноги, а я немножко взялся, так как не докручивал. Это был мой заключительный элемент, у Михаила 3 винта тоже были заключительные. Ну и вот я делаю подводящее для двух с двумя. Михаил до этого делал их сальто.